Привет! Сегодня вы открыли ваш календарь, и на сегодняшний день выпала карта прошлой жизни. Очень часто какие-то страхи или какие-то программы, которые живут в нас, сопряжены прошлыми жизнями. Мы этого, может быть, и сами не подозреваем, но тем не менее это так. И иногда страхи, именно корни этих страхов лежат не в этой жизни, а в прошлых жизнях. Мы сегодня легонько коснемся, у нас выпала эта карта о прошлой жизни. Мы не будем открывать все прошлые жизни. Для этого нужно очень углубленный курс и углубленные знания и опыт медитации. Мы просто уберем программы страха, которые находятся в прошлой жизни. Согласен? Согласна? Окей, поехали. Давайте войдем в медитацию. Для этого сядьте, пожалуйста, поудобнее. Закройте глаза. Глубоко вдохните в себя. И выдохнув, представьте дверь. Представьте дверь, которая вас ведет в огромнейший кинозал. В огромный кинозал. Займите, пожалуйста, место в этом кинозале. Приготовьтесь смотреть фильм и о своем прошлом. Каждый видит свое. В руках у вас находится пульт управления этим фильмом, этой пленкой. У вас находятся две кнопки. Зеленая — это начинается прокручивание фильма. И красная кнопка вам дается для того, чтобы тушить кадры, тушить программы страха в этом фильме. Итак, мы отправляемся в путешествие по этому фильму. Мы нажимаем зеленую кнопку и видим, как на экране прокручиваются картинки справа налево. Мы просим Высший мир указать нам именно те моменты каких-то страхов, которые есть у нас, и нам нужно избавиться от них. Каждый видит свою картинку. Мы находимся в кинозале, и мы
наблюдатель. Мы не входим своими эмоциями в каждый кадр фильма. Нам показывают какие-то кадры, и если в этом кадре вам показывают ваш страх, просто потушите там свет. В руках у вас красная кнопка. Потушив свет, энергия остаточная, которая находится в этом кадре, которая связывает вас с сегодняшним днем, уйдет. И вы перестанете бояться. Каждый видит свои кадры из фильма и работает над собой. Просто нажимайте на красную кнопку и тушите свой страх. Вы этим нейтрализуете энергию страха, и она становится просто энергией. Кадры фильма бегут для того, чтобы вы не успели своей логикой влезть в каждый кадр фильма. Наблюдаете какие-то картинки, и если загорается табло страх, неважно какой, просто загорается на фильме табло страх. Вы нажимаете на красную пленку, на красную кнопку. И тушите программу в своем подсознании. Неважно, какие это страхи. Страхи это какие-то насекомые, животные,
Или это страхи, связанные с чем-то, что вы делаете. Это абсолютно не важно. Важно вынуть эти программы из. Энергия, сопровождающая меня, дает вам какое-то время. Подходим к концу. Потушив чисто по интуиции то, что мы потушили, осветите весь свой экран солнечным светом, который откуда-то появился сбоку. Наполняет весь ваш экран солнечным светом, опускает свет по всему залу. Весь зал, вы сами, то место, на котором вы сидите, начинает светиться. Питайте эту атмосферу в себя и методом дыхания. Глубоко вдохнув в себя, возьмите всю ту информацию, которую вы сделали в энергетике, и привнесите ее в свою физическую жизнь. Живите без страха. С вами была Лайкла Ольга Фёмер. До следующего дня. Пока!